Всем привет! Меня зовут Александр, вы смотрите обзор компании LightTech о профессиональном оборудовании для шоу-бизнеса. Сегодня я хочу рассказать о новой серии колонок SIA от DB Technologies. Здесь у нас представлена SIA 12. Кстати, она поставляется с таким отличным мягким прочным чехольчиком. Чехольчик даже есть вот такой кармашек, где можно хранить коммутацию. Колоночка имеет три выходных разъема. Вот здесь на задней панели. Первый канал у нас содержит комбинированный разъем XLR Jack, переключатель Line Mic и регулятор громкости. Второй канал у нас уже представлен отдельно разъемом XLR Jack, также регулятор громкости. И самое интересное, это третий канал, который представлен Bluetooth-технологией, а что означает, что вы можете подключить любой девайс, который поддерживает Bluetooth, даже свой мобильный телефон. Выходной канал у нас представлен разъемом XLR с переключателем Link Mix, а также регулятором громкости. Также нам доступно на выбор 4 пресета. Это первый пресет Playback, когда мы хотим прослушивать музыкальную фонограмму. Пресет Flat — это заводское звучание, оригинальное. Bass Boost, когда вам нужно больше низких частот. И Wedge, когда вы хотите использовать колонку как сценический монитор. Поговорим о технических характеристиках колонки. Рабочий диапазон от 52 Гц до 18 кГц. Максимальное звуковое давление 127 дБ. Угол раскрытия 90 на 60 градусов, что позволяет использовать колонку как сценический монитор или основной звук на каких-то маленьких мероприятиях. Кстати, о монтаже. Колонка оснащена удобным цоколем, что позволяет нам изменить угол наклона с 0 до 7,5 градусов буквально за считанные секунды. Смотрите, как это работает. Нам потребуется всего несколько секунд, чтобы изменить угол наклона. Вот таким движением у нас колоночка становится 7,5 градусов. Как видите, система технологичная и удобная, и достаточно бюджетная. Спасибо за внимание. Увидимся!